Хочешь поиграть со мной на сервере? Подключайся к Hardfire. Нет, я не буду это рекламировать ни за что, меня не заставите. Всем привет, ребята. С вами Ворд. Не хотелось бы томить вас моими предисловиями, но я все же это буду делать. Ведь моего друга и главу клана Туз Вампира забанили. Знаете, это уже в пятый раз. И я не удивлен совершенно, если его разбанят еще раз. На этот раз его подставили, действительно подставили. Ребята Вольф ВДК и его люди подставили вампира, сказав Славе, что вампир рейдил до снятия рейд-блока каким-то образом. Возможно, багом. Но я лично такого ничего не припоминаю, на что Слава заблокировал вампира. Слава сказал, что разблокирует вампира только лишь в том случае, если вампир предоставит скрины. Но таковых уж нет, поэтому пруфов в данной истории особо я не вижу, как со стороны вампира, так и со стороны Вольф ВДК. Так нафига это было делать? Знаете, я сам не понимаю. Но, покуда вампир сидит в перманентном бане, мы начинаем нашу серию. Не буду вас томить, приятного вам просмотра. Бивор и Пахан. Нет, с вами, да, с вами Хантер, то есть я и Бивор, вот стоит и Пахан. Да, вообще-то с вами Пахан, Бивор и Хантер. Ну да, мы ради вот это. Что-то такое. Да, мы нашли какой-то кибитос, в общем-то. Да. И Хантеру как горит жопа его... Сиху дай, дай сиху срочно. Не могу. Без райда не могу. Вообще продержался, блин, один день. Ой, пацаны, мне надо... Это просто этот, какой-то кошмар, скажите. Когда у Хантера не выходило на канале вот целый день видос. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал Хантера, на мой канал. Ссылочка, как всегда, в описании. А мы с вами начинаем рейдить. Итак, Хантер поставил сишку. А зачем все озвучивать? И мы врываемся, и высадимся. Две двери. О, это тем. Отлично. Это не окуп, конечно. О, два титона! Мне на хранение в банк. Не, пацаны, это не окуп. Все, ливай. Это не окуп. Подожди. Ебана, я дробик своровал. Дробика своровал. Не окуп. Не окуп, все, иди ты просто. Нет, не окуп. Вот это начало серии у нас офигенные, пацаны. Это че? Просто Пахан решил подойти. Да, Пахан пришел. Вот одна дверь, вторая, на втором этаже одна дверь. Че? Так, Хантер. Смотри. На всех играет. Пацаны, нужно по крыше рейдить, выгодно, как раз три сишки выйдет. Бетона, скиньте 40 бетона. Я вам сразу говорю. Скинь бетон. И молот. А как мы наверх залезем? У тебя два молота, чисто. Быстро. Во, у тебя два молота. Подожди, есть... В смысле два молота, дайте мне один молот. Да. А как мы подстраиваться будем? Ну, я предлагаю тебе наладить производство молота. Подстраиваемся. Вперед. Как-то на какие рельсы? Подожди, Хантер, я с тобой. Давай. А мы на вас ТП напишем. Раз, два, три. Подожди. Так, если чё, Хантер, я прыгну к тебе. Нет, он уже прыгнул. Да ты дурин, значит, ты прыгаешь. Я живой еще. Паха, ТП. Сейчас. А ничего, нормально. Надо скушать. У меня ошибки работают. Так. Давайте. Я так ошибку. Так, все по углам, я Хантеру. Хантер, давай. Есть кишуточки. Тихо. Так. Вот, так, пустой. Так, а нет. Да, о, смотрите. Нифига, аж нифига. Да знаете, что, я по чекучу дорогу. Эта дверь сразу туда выходит? Да, сразу туда выходит второй этаж. Здесь попробуем, да? Вот сюда. Вот сзади, там. Сзади здесь? Вылезем. Вот, смотри, где я. Сзади, посмотри, Паша. Паша, сзади. Вот сюда. Да вот сюда, Паша, где я смотрю. А, фу. Так, боже мой, С-ку когда прыгаешь. Да, красавчик, все. Давайте. Давай, все к Паше. И... Сейчас такой Хантер всплакнет, не окупились. Блин, что будет-то вы, все равно. Ура. Вау. А у Ефарта мастер. О. Вау, тут еще, подожди, еще куда? И куда дверь выходит? Ничего. Давай. Дверь вынеси за одну. Давай. Закладываем? Дверь. Давай, Белок. Хочешь здесь, хочешь к нам. Можно было бы, я выжил. Да. Можно было. Спасибо тебе, Хантер, какой ты добрый, иди нафиг.
Тихо. Чего здесь? Тотем. Да здесь нифига. Где? Ну тотем, тотем это. Я тебя спасу. Да. Сюда идите, на второй. О! Да, да, да. Ты принял ТП? Он меня спас. Паша, пацаны, вы где? На второй. Патрон. О, тут так хорошо, берите, кстати. Оку, смотри. Вот в ящике. Такое. Ну, в принципе, ну, хотя бы что-то. Ну такое. Это не, кстати, алмазы, да, алмазы добели, все надо взять. Всё. Давайте забираем. Алмазы добывалку. Забираем все, что можем. Кстати, помнишь, нам камни, и нам камни нужны. Да. Сколько еще брать волку? Ну-ка. За 75 секунд. И заремуваем как раз. Я у кого-то опять молодцы, кому не. Да. Так. Я три. Блин. Мне кажется, со мной пацаны больше не будут. Мать, потому что у них все ворую. Тут ничего больше нет. Сейчас. Ай. А злодрыщ! Это кто? Туз, это ж я! Вы что, меня зарейдили, что ли? Ой, я же главу вашего знаю. А злодрыщ, кто? Да-да-да. Ты меня да, зарейдил. Да, это я. Да откуда я знал, что ты тут живешь? Блин, а он как раз зашел на сервер. Это, подайте, пожалуйста, или хоть немного совсем. Блин, у меня вообще ничего нет. Хорошо, но, чё, хорошо, что ты хочешь? Руду, у вас там. Ни детонов, ни сишек нету. Пап. У нас детонов у не сишек. Нет, но у меня и не было детонов. Так, да давайте вот. Что-то ему отдадим. Вы что, за один день уже надыбались? Тузы не поступ... Я молот выпал, у меня где-то молот выпал, пацаны. Вау. Воровал, я ж тебе говорю. Запомни, что тузы всегда поступают справедливо. Да, мы тебе что-нибудь отдадим, спасибо, несите на тему. Спасибо огромное. Так, пацан. Азладрыч. Да. Или... Знаешь, зашел на сервер, видишь, что вы разорядили, все. Так, и вот у нас Хантер красавчик просто по жизни. Сейчас, секунду, говорю. Завтра серию делать. Давай быстрее. Не, я сегодня все смонтирую, я сейчас разобью это на несколько выпусков. Сразу выложу. А я не разобью на несколько выпусков. Как по-французски, бон аппетит. И сколько? Да, Андрюша у нас... Смотри, да, попаду спасибо. Или не попаду, как думаешь? Я попаду или не попаду, интересно? Да пофиг. Давай. Лучше бы на бетон, мне кажется. Вампир, он рейдит, вампир рейдит всегда в открытую, да. Мы от него отличаемся. Бывает, что сказать. Но мы тузы. Чё? О, молодец! О май гад! На бетоне? Фейл. Года. Ну все, короче, найдем сейчас другой дом, продолжим. Да. В смысле? Ты чё творишь? Хантер. На другой дом. Хантер, нарик, я искал на бетон ставь. Сейчас я найду дом. Чё? Как вы понимаете, Хантер опять заруинил нам рейд. Шутка, конечно. Потом мы нашли дом, зарейдили его с одной сихи, нашли там 100 сих, и все жили долго и счастливо. Да, вот как-то так. С вами был Биворг, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, там еще внизу есть колокольчик, нажмите на него, чтобы получать уведомления, которые связаны с моей деятельностью на канале. Например, у Биворга очень редко выходят видео, так вы будете оставаться в курсе всех событий. Также в описании ссылка на канал Хантер Микса. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Заранее хочу отблагодарить вас за лайк и за комментарий. Всем пока.